Открытое акционерное товариство «Диалог Гомель» – это широкая розничная сетка, якую представляют 8 гандлевых объектов. Не меньше значный на керунок деятельности – оптовый гандаль. Кермаш с белорусскими товарами – это махчимость продемонстрировать предпринимальникам весь потенциал айчинных вытворцев, а так само спроба затекавить их новой продукции. И таким чином развивается упрационництво помеж предприемствами, оптовыми организациями и представниками бизнес-супольности в области. После презентации предпринимальники смогли выбрать певные модели, одразу заключить договоры и отримать партию товара по цене вытворцы. Продукция айчинных вытворцев широко распространена у магазинах державной формы власности. А вот ассортименты индивидуальных предпринимальников она не завсёды присутнейшая. Не глядя на то, что белорусские товары ни в чем не соступают замежным аналогам у якости и при этом значно меньше каштуют. Але ж гэта не значит, что индивидуальные предпринимальники альбо субъекты малого и среднего бизнеса специально игноруют товары белорусской вытворчести. Их отсутность на прилавках приватных магазинов и рынка в области часто обумолена отсутностью информации. И тому бизнесмены робят выбор на корысть больше ведомого замежного бренда. Вот здесь на месте пообщаться с производителем, высказать свои пожелания, отработать какие-то моменты в плане ассортимента – это очень важно. Поэтому для нас это очень важное мероприятие и для нас как управления торговли, и для как предпринимателей, и для как оптовых организаций. Задача какая? Обеспечить покупателя качественным товаром. Подобная встреча в рамках оптового кермашу с метой популяризации белорусских товаров прошла упершиню. Однако еще до ее закончения удельники выказывают необходимость у проведении таких мероприемств у будущем. Значит, в рамках этого мероприятия мы решили начать со школьного ассортимента, но в дальнейшем мы планируем и далее проводить такие ярмарки. Это будут как сезонные ярмарки, так и каких-то уже более деловых моделей, но это планируется в дальнейшем. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».